удержание, переворот удержания болевой удушающей. Так, первый номер. Это у нас Саша Боля. Это у нас Дан. И это у нас Николай. Пожалуйста, партнер, в высоком партере, в низком партере. А вы делаете отсюда. Болевой садясь назад. Да, переворот с захватом двух рук. Обратный переворот. Коляка, чем-то ставьте, пожалуйста. Пожалуйста, какие приемы? Итак, у вас есть... Смотрите внимательно. Сейчас вот он должен, да, показать мне 7 приемов партера. А ты ему помогаешь, хорошо? Хаджина, пошли. Это удушающий, например, кувырком вперед. Или просто удушающий. Еще раз, сейчас не боремся, сейчас не боремся. Не боремся, сейчас отрабатываем приемы. 2 минуты, первый номер. Так. И удержание, хорошо. Есть один, а еще надо 7. Переворот с захватом двух рук. И удержание, обязательно удержание. Удержание двух. Цены бетуши или... обратный переворот с захватом двух рук. Ключ. Обратный ключ. Болевой... Сверху куда садитесь. Болевой со стороны справа и слева. Удушающий. Да, ну, перевороты вспомнили, нет? Да. Хорошо, стоп, смотри. Первый номер показывает переворот с захватом двух рук, переходом на удержание. Пожалуйста, это Боля, это Дан, и это Николай. Пошли, делаем. Да, ты делаешь. Переворот сбоку, переворот с захватом двух рук и удержание. Пошли, раз. Мате. Ой, блин. Иди сюда. Становись высокий партер. Значит, еще раз показываю. Захватываем одну ручку, да, выше. И одну ручку ниже ладони. Раз. Толчок с переходом на удержание сбоку. Раз. Становись. Второй прием. Я захватываю руки. Он выставляет эту ногу в сторону. То есть я не могу сюда перевернуть. Я делаю что? Обратный переворот с переходом на удержание. Становись. Второй. Отсюда сверху руки. Значит, опять я делаю раз. Отсюда движение. Да, ключ. Переворачиваю его сюда. И отсюда приседаю. Наклоняюсь. Делаю удержание. Давай еще раз. Защита от этого переворота. Защита. Он поднимает голову. Голову вверх. Я хочу сюда, а он вверх. Я держу и перехожу отсюда к удержанию. Первый номер. Пошли. По 3 раза каждый переворот. Так, переворот и удержание. Смотри, ближняя рука, дальняя голова. Дальняя рука, голову, шею. Так. И удержание. Хорошо. Смотрите внимательно. Сейчас вы взяли его за 2 руки. Начинаете переворачивать. Он раз ногу выставляет, чтобы не перевернули его. Значит, вы его в другую сторону разворачиваете. Не так, не так, другой. Захват за 2 руки. За 2 руки снизу. Андрей ногу выставляет. И ты делаешь в другую сторону удержание. Давай, бери, бери захват. Ногу выставь, ногу выставь. Ту ногу, ту ногу, ту ногу. Вот так поставь. И Коля, Коля, в эту сторону. В эту сторону переворачивай. Да за шею мы! Лицо чуть-чуть поверни его. Не надо столько силы. Просто поверни.
отдохнет чуть-чуть. Вот. И удержание за руку. Зачем болевое удержание потом? Саня, давай. Раз. А ногу, Ванюша, забыл поставить? Вот так. Мате. Иди сюда, Дан. Нет. Да нет, ложись сюда. Высокий партер. Смотрим. Ой, детские приемы. Блин, я вам столько показывал. А знаете, почему вы не помните? Потому что вы не платите за занятия. Вы бесплатно ходите и не платите. У меня был такой один ученик. Он там UFC дрался, хорошо очень дрался. Я показывал болевой, показывал, как пошел на самбо, бабки заплатил 500 лет. Все, сразу выучил. Сразу выучил, а его месяц заставлял. Влад Поповский. Еще раз, чуть голову выше. Одна на поясе, одна на шее. Вторая рука идет под мышку на свою руку. Плюс. Раз, два. Не так, как вы берете откуда. Я не знаю, ну как так можно взять неудобно? Вот, вот вы его хотите перевернуть. Раз, рука пошла отсюда. Раз, раз, раз. И удержание. Пошли. Первый номер тоже делает. Ой, ёпки, палки. Страшное дело. И зафиксировать удержание. И зафиксировать удержание. А так не стали бы занятия? Тысячу лет. Все, родители убили бы вас. Хорошо. О, о, мате. Иди сюда. Смотрим дальше. Если мне делают этот прием, для того, чтобы его не сделали, я стараюсь прогнуться выше шеи. Что вы делаете? То есть я отсюда взял, стараюсь сделать. Что вы делаете? Вы уходите в сторону, голову туда, ложите, захват держите, держите, ложитесь, вот туда, вот раз, и все, и удержание. Пошли. Уходишь в сторону и голову. Пошел. И на удержание. Ложись на живот, Коля. Эй, Матер, посмотрите меня внимательно. Вы делаете переворот. Зачем он нужен? По вольной, по классической берется оценка. Под сюда сам бы не берется. Вы перевернули, лежите на спине, он на спине. Переверните до конца и сделайте, зафиксируйте удержание. Пошли. Вот. Смотри, видишь, какие есть у нас. Вот. Берешь. И 10 раз так. 10 раз сюда. 10 раз по примерно. Вот, возьми вот это. Стоп, стоп. Одну положи на поясницу руку. И одну на шею. Вот. Вот. Андрюха должен чуть-чуть сопротивляться. Вот. Умница. Мате. Перевер. Поменялись. Второй номер. Переворот захватом двух рук. И удержание. Фиксация удержания. Делает Дан. Делает Андрей. И фиксация удержания. Молодец. И Ванюша. Фиксация. Да можно за туловище, можно за шею. Лучше за шею. Кто? Коля, вот смотри, с тобой хорошо тренироваться или нет? Вот, стоп, подожди, Андрей, это не надо делать. Не надо. Вот он тебя перевернул, ты лёг. Что, так ребята борются? Падает. Ты перевернулся, ты ноги собери в колени, тебе же уходить надо. Руки здесь, голову подними. Лежи. Подробно. Чтобы отсюда ему было удобно и тебе. Аджина, пошли. Еще два раза, потом меня отвезут. Переворот захватом в круг. Ваня, не падай. Он упал, а ты аккуратненько сядь. Хорошо, обратный переворот. Теперь вы берете за руки. Соперник их не хочет прыгать, он ногу выставляет. Вы его туда перебираете, он ногу. А вы разворачиваете в другую сторону. Пожалуйста, раз. Я вот туда. Вот эту руку. Руку. Все.
Чуть-чуть поворачивай лицо. Маш, это что такое? Подними 10 раз. Нет, вот эта красота, она нужна, знаешь где? Прилов ведро. Берешь оттуда? 10 раз. Ручки садим, вот 5. Нет, не так, а вот так. Вот отсюда, вот отсюда. Раз, два. Так. И удержали. То есть очень сильно. Хорошо, Матэ. Так, это ключ. Пожалуйста, Андрей, Зам, Даниэл и Ванюша. Ваня, у тебя первая шира. Ваня, у тебя первая шира. Пожалуйста, ключ. Нет, положи на шею и положи на пояс. Положи одну руку здесь, одну руку. Эту руку под мышку. Вот. Нет, взяли. А это чего убрал? Лодыжку. И вот сюда на свою. На свою. Нет, вверх. Сустрить. Да. И голову туда под мышку. Вот. И здесь удержали. Андрюх, еще раз. Чем-то. И сюда, и убежали. Можно лучше, знаешь, как что? Может так, а может быть, я не перевернулся в террасе. Так, внимание сюда. Вот, Матэ. А теперь смотрите, вот, бери захват. Смотрите, Ваня взял захват. Закупку не надо брать, просто положи руку на шею. Просто, да. Сашенька, вот, правильно, видите, я ему даже помогаю. Блин, борец, смотрите, блин, борец, я офигею. Теперь ноги уходят сюда, отойди. И голова туда, туда, ложись. И тащи его, оп, и на колени. Пошли. И наоборот, Сильвер. Можно пресс поделать. Ложишься. Возьми тут еще меньше. Там еще меньше. Да, смотри. Нет. Ложишься. Просто не хватит. Играешь на губ колея и достаешь. Раз. Два. Да. Так ты чуть-чуть определение что еще примерно. Нет, надо было наоборот туда. Матэ, поменялись. Теперь Саша. Дан. Я Дан? Да. И Николай. Становится высокий партер. Ко мне, Николай. Поворачивайся ко мне. Я уже устал. Копка можно завязывать. Вы что, девочки, что ли? Я понимаю, они там поправляют. Что у вас все падает? Не падает, я разослался. Ну что тусы не падают? А там видео. И в YouTube. Офигеть. Главное, чтобы меня не заметили, чтобы не спросили, кто тренер. Итак, Николай, высокий партер. Эй, твоя задача перевернуть вот 4 дня приема. А ты смотри, Колька, если он за две руки берет, переворачивает, упирайся на бой. Если он ключ, поднимай. Если он сюда переворачивается, значит, защищается немножко. Итак, первый номер Саша защищается. Эй, послушайте меня внимательно. Вы посмотрите, какой у вас партнер. Если он очень сильный, значит, партнер Ваня нападает, Андрей нападает, Даниэль. Не надо в полную силу. В полсилы. Вы начните, а вы сильно не защищаетесь. Защищайтесь по полсилы. Хатина. Учебно-тренировочная схватка. В другую сторону. Да. Плюс. Я
обратно. И удержание не покажи. Да, кто там лежит? Да. Андрюха, что за переворот интересный? Если бы ты на жене могла пути, например, на неделе среда пятница, то там я бы делал, там одного, второго, третьего, шестой, седьмой класс. И по побороду, по бросалу, по своему удовольствию, а лишь есть. И им бы было бы классно. А с ним нет ли не будет. Ну, я могу дать, например, сам, да, но сколько стоит? Матвей, второй номер, первый, Коля. Смотри, будь аккуратен. Руки не ломай. Да, да, не надо в полную силу. Андрюха, то же самое, Саша, то же самое. Не поломай. Аджина. Высокий партер, низкий, высокий партер. Вот, вот. 3-4 секунды подержал, отпустил. Или продолжай другой прием делать. На живот. Занимаешься ты зарядкой, потому что не сидишь, если бы ты сидел в судовом доме, то ты там сейчас слушаешь. Это вы его слушаете. Это вы обязательно, а не скажете. Санек, что там случилось? Баню ударил? Да. Убью. Кого? За баню? Кто? Матея? Да. Впереди вон Сашу можешь рвать на кусочки. Ваня, впереди к Андрею. К Андрею. К Андрею. Итак, 3 минуты боремся в парке. Сели на колени. Что, разогрели? Если я увижу, что кто-то из ваших партнеров дал без друга за шею, вот кого взяли за шею, я сейчас буду. Ладно, боремся. Не знаю, дзюдо, самбо, грэплинг, джиу-джитсу, все будет. Аджина. Правильно, Саня, молодец. Ваня, как на него, и он подобный. Что такое, Ванюша, все? Ой. Нокаут или нокдаун? Молодец, Ван, держи ближнюю руку, ближнюю руку! Иди сюда. Посмотри.
смотри, вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это...